Добрый день! Сегодня мы с вами сделаем плов со свининой. Быстрый и легкий способ. Для плова нам понадобится мясо. У меня здесь лопатка, рис я взяла пропаренный, масло растительное, морковь, лук репчатый и приправа для плова. Мясо мы нарезаем кубиком, морковь трем на крупной терке, лук тоже нарезаем кубиком. Мясо мы порезали, морковь мы натерли, лук порезали. Начинаем готовить. Разогретое масло отправляем в наш порезанный лук. Лучше, конечно, готовить в казане, но если у вас нет казана, то подойдет и любая удобная для вас кастрюля. Лучок доводим до золотистого цвета и добавляем морковь. Перемешиваем и даем еще протомиться минут 10-15. Теперь добавляем мясо и тоже перемешиваем. Даем протомиться моркови, луку и мясу примерно минут 15 вместе, периодически помешиваем. Теперь мы высыпаем стаканчик риса. Добавляем специи. И хорошенечко перемешиваем. Теперь добавляем воду. Воды добавляем, чтобы покрывало наше мясо с рисом, примерно на 2 пальца. Закрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Наш плов практически готов, получился рассыпчатым. Можно выкладывать на тарелочку. Все, наш плов мы выложили на тарелочку. Можно кушать. Всем приятного аппетита. Пока-пока.